На встречу универсиаде волонтеры Екатеринбурга вновь пошли в народ знакомить горожан со всемирными студенческими играми. Рассказывая об этом турнире, добровольцы поддерживают заявку Екатеринбурга, который претендует на проведение Олимпиады для вузов. Чтобы подготовить екатеринбуржцев к спортивному празднику, волонтеры призвали придумать будущий талисман универсиады. Большинство горожан предложили хищных львов и тигров, хотя были и необычные варианты. Например, танцующие уральские горы. Впрочем, если наша заявка выиграет, Екатеринбург и регион изменится до неузнаваемости. Это подтверждают и именитые спортсмены – конькобежка Юлия Скокова и гимнаст Давид Белявский. В свое время они выступали и побеждали на универсиадах, поэтому точно знают, что это событие даст толчок развитию родного города. Там все сделано, как на Олимпийских играх. Там есть олимпийская деревня, есть все сооружения, специально строят все залы. Если для моего вида спорта смотреть, то у нас гимнастических залов, именно оборудованных под соревнования, просто нету. Если к универсиаде будет это сделано, я буду очень рад.